Всем привет, всем доброе утро. Понедельник, день отличный, да? Помним об этом. У нас сегодня снова мороз. Вчера была отличная погода, я ходила гулять, вообще великолепно. Солнце, тепло, класс. Снег под ногами хрустит, боже, великолепно, великолепно. Сегодня, ну, телефон мне показывает минус 21, я уж не знаю, правда или нет. Не выходила на улицу, пока не планирую. Вот, с утра выходило солнце, сейчас вот я вижу тоже небо голубое, но уже как-то вот какая-то дымка как будто бы заволакивает, то есть уже вот этого вот такого вот яркого солнца нет. В общем-то, я не накрашена, сейчас пойду брови красить. Меня выходные, пока я отдыхала, наслаждалась жизнью, меня, видимо, может быть, во сне, не знаю, покусали феи. Одна фея накачанной жопы, другая фея домашнего уюта и фея красоты. В общем-то, на двух последних мне пришлось раскошелиться. А фея накачанной жопы подкинула мне идею я, наверное, может быть, год назад, но я, правда, я даже не знаю, в 19-м году я купила эту книгу или в 20-м, наверное, в 20-м, вот когда началась вот эта пандемия, да, самоизоляция, я купила себе книгу Елены Санжаровской «Опа-попа». Но, честно говоря, я ее как бы купила и поставила, она у меня стояла. Я парочку страниц прочитала, но, видимо, в тот момент запал накачать попу у меня прошел. То есть я купила, душенька успокоилась, все, вот она стояла благополучненько у меня на полочке, пылилась, да, а тут выходные. Я не знаю, вот, видимо, фея накачанной жопы меня покусала, и я обратила на нее внимание и решила полистать. Решила полистать и листая. Здесь, короче, разные упражнения, да, как накачать орешек себе. И, значит, разные упражнения, техники, упражнения. И в самом конце есть программы. Программы для накачанных ног, для накачанных ягодиц, для накачанных ног и ягодиц. В общем-то, и я решила, почему бы не попробовать. Сегодня с утра я проснулась, как путная Маша. Сделала разминочку и позанималась по одной из программ. Девочки, у меня ноги до сих пор трясутся. Я, наверное, завтра с кровати не встану, хотя я не скажу, что я как-то перенапрягалась. Я делала все по лайту, возможно, даже я делала меньше, чем следует. Но я уже сейчас чувствую, что ягодицы горят. Поэтому мы посмотрим. Скоро же весна, а там и лето, пляжный сезон, все дела, сами понимаете, да? Но нужно привести себя в форму, поэтому вот. Сейчас покажу, что там внутри. Смотрите, здесь все техники, пожалуйста. Хочешь, тренируйся в зале, хочешь, тренируйся дома. То есть все описано, как делать, как чего. Вот. И самое интересное, что здесь есть вот программа. Вот программа. Вот программа. Вот программа, пожалуйста. Пожалуйста, в зале, дома, как хочешь. Как хочешь, тренируйся. Великолепно. Я решила попробовать, да? Ну а что? Хуже-то не будет. В общем-то, вот такие вот дела. Единственное, что я сделала неправильно, перед тренировкой нужно завтракать. Нужно завтракать вообще перед тренировкой, да, ну, такая, как она называется, силовая, да, перед силовой тренировкой нужно есть где-то за 2 часа, и желательно углеводы, а я на голодный желудок. Это вот ошибочка моя, ну, ничего, в следующий раз я исправлюсь. Ну, в общем-то, вот, честно скажу, у меня вот, ну, как бы, ягодицы я уже почувствовала. Мне страшно представить, что будет завтра, но, в общем-то, вот. Я потренировалась, потом еще сделала растяжечку, сходила в душик. Все, я сейчас пойду красить брови и готовить завтрак. Так, ну что, волосы я высушила. Сейчас накрасим бровушки, а то давно что-то я их не красила. Накрасим бровушки, и пока они красятся, я пойду готовить завтрак. Крашу Эстель. Такой вот шикарный набор. Единственное, что я сломала кисточку, которой надо красить.
красить. Буду вот этой вот штучкой красить. Не очень удобно, конечно. Ну, и ладно. Тут, наверное, для ресниц, да, для окрашивания. Ни разу им не пользовалась. Ладно. Бадяжим, короче, краску. Что бровей-то уже и не видно практически. Но они есть. Они есть. Сейчас мы их проявим. Тик. Чутарик. Портится, что ли? Какая-то жидкость из нее вытекает. Сразу сюда. Мы сякаем. Мы сякаем, перемусякаем. Краски побольше. Жидковато, жидковато. Жидковато, жидковато. Тынц, 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 тынц. Так, мы поехали. Так, вот раз, раз, раз. Так, волосы в сторону. Напачкаем и потом форму придадим. Шарней и погуще. Конечно, кисточка не очень удобно наносить. Так, сейчас сделаем коррекцию ватной палочкой. Хороша Маша, да не наша. Я вот вижу, что волоски некоторые не попали под раздачу, так скажем. Там была кисточка, она прямо их прочесывала. А я, блин, Анют криворукая. Я ее сломала. Ничего. Так, вроде бы все попали. Так, теперь второй. Второй пощупали. Ну, сразу брови, да, как лицо меняют.
Брови нарисовала, все уже. Красота неземная. Можно и не краситься. Так. Что тут у меня уже? Что-то пошло не так, мне кажется, да? Сейчас мы подправим. Что-то пошло не так. Брошки-то разные. Разные. Есть хочется. Есть хочется уже, а не есть. Ловкость рук и никакого мощенства. Да вроде ничего. А главное здесь вот еще волоски зацепить. Все, хороша, Маша. Хороша. Ну, в общем, пока готовлю, пускай красится. Так, ну что, перемещаемся на кухню. У меня здесь, конечно, маленечко срач. Я достала с этого с лоджии салаты, а они замерзли. Сейчас я немножечко тут марафет наведу. Хороша я, конечно, с такими бровями. Боже, боже. Так, значит, что нам нужно будет для завтрака? Завтрак очень простой, очень вкусный. Я уже готовила такой тортик. Великолепно. Очень сытно, очень вкусно и полезно. Ну, то есть там нет никаких там ппшек. Там нет муки, там нет чего-то жирного. Такого, короче, вкусно и полезно. ПП-торт. Значит, что нам понадобится? 1,5 банана, яйцо, какао. Какао, разрыхлитель. Так, банан, яйцо, какао, разрыхлитель. Ну, кто любит сладенькое, можно еще сахарозаменитель добавить или сахарную пудру. И йогурт. И кокосовая стружка. Все. Так, ну что? Берем банан. Нам нужно его раздавить. Я специально их вчера выложила из холодильника, чтобы они уже такие мягенькие стали. Так, вилочка его не всякая. Такой, да такой вот кажется. Так, банан готов. Отправляем его сюда. Так, берем яйцо. Ножик, и еще мне нужна будет ложка. Яичко. Так, половинка чайной ложки. Но я беру
столовую, ну где-то вот чуть-чуть даже, вот так вот, разрыхлителя. И 1,5 ложки какао. У меня вот российский какао-порошок. И все перемешиваем. Короче, вот такая вот у нас получилась жижка. Все хорошо перемешали. Вот такая получилась жижа. И теперь мы это отправляем в микроволновку на 5 минут. Так, ну что, кексик готов. Такой вот он у нас получился маленькой. Я первый раз его делала из 2 бананов, 2 яиц. Ну, короче, в 2 раза все увеличила. У меня такой большой получился. Ну, ничего. И этот пойдет. Немножечко горячий. Так вот мы его прижмем. Так, берем йогурт. У меня вот Активия. И промазываем обильненько. Так, добавим кокосовые стружки. Положим бананчик. Бананчик. Накрываем. И промазываем йогуртом. Ну, в общем, конечно, не как в ресторане, но я думаю, что будет очень вкусно. Еще присыпем. Не думаю, я знаю, я уже делала. Просто мне было бы немножечко поаккуратнее. Но ничего, зато так сочнее. Все. Чуть-чуть сейчас он у нас настоится, чуть-чуть корж остынет, и можно кушать. Так, ну что, пока у нас там тортик настаивается, сотрем бровушки наши. Чего, Марфунь? Да что ты говоришь? Правда, что ли? Так, далее.
Ну все. Немножко на коже осталось, но ничего страшного. Все сотрется буквально. Сейчас я буду макияж наносить, и этого ничего уже не будет. Ну, в общем-то, вот и все. Красота пошла краситься. Так, ну что, я накрасилась. Я накрасилась. Торт пропитался. Кофе. Кофе тоже у меня заварился. Буду смотреть в окно, завтракать и пить кофе. Сейчас покажу. Ну, я вот тут торт уже разрезала. Я сторис просто снимала. Тортик разрезала. Смотрите, какой. Какой великолепный. Немножко не очень презентабельно, конечно, вот с этой стороны получилось. Но просто я йогурт перелила. Но мне кажется, очень даже кофеек. И вот такой вот у меня вид из окна. Солнце светит. Окошки. А что с окошками? Окошки почистить надо, конечно. Вот. Великолепно. Вот такое вот потрясающее утро. Слушайте, все успела. И потренировалась. Завтрак приготовила. Брови накрасила. Сама накрасилась, причепурилась. Великолепно. И я вам говорила, меня покусали феи, и мне пришел заказ. Сейчас я позавтракаю и пойду за заказом, а потом вам покажу, что я купила. Что я купила? Великолепно. Блин, что-то слово ко мне пристало сегодня. В общем, всем отличного дня, легкого, потрясающего понедельника, отличной трудовой недели. Пусть работа будет легкой. И все прям вот, знаете, как по маслу идет. Прям вот за что вы не беретесь, все идет как по маслу. Прям вот хоп-хоп-хоп, все выстраивается так, как вы хотели. В общем, вот так. Всех люблю, целую. Пока-пока.